О повышении роли собственников многоквартирных домов в реализации программы капитального ремонта жилых домов в Черкесске говорили в Общественной палате Карачаево-Черкесии. Собравшиеся обсудили итоги в этом направлении за 2023 год и определили задачи на год предстоящий. Органы местного самоуправления и управляющие организации поднимали вопросы и жалобы собственников многоквартирных домов на основании их обращения. Но главная цель участников круглого стола – повысить значимость и роль жильцов в программе капитального ремонта более активно, чтобы вопросы, связанные с ремонтом, решались совместно с органами местного самоуправления и самими горожанами. Мы ставим вопрос общественности. Общественная палата республики ставит вопрос более активного участия в программе капитального ремонта многоквартирных домов людей, общества, собственников жилья. Именно этот вопрос. К сожалению, на сегодняшний день у нас инициатива не такая большая собственников и их участие в управлении собственным общим имуществом дома. Подтянули вопрос ремонт лифтового хозяйства, кровель, инженерных сетей. Но работы предстоит еще много. Но мы делаем, еще раз повторяю, упор, Общественная палата республики делает упор на именно повышение активности собственников в реализации и участие их в реализации программ капитального ремонта.